Одна на всех за ценой не постоим. Шел 1943 год, 9 сентября. Бои велись юго-западнее города Зеньков, что в Полтавской области. Уже более суток 11 солдат под командованием Мусея Бабагирова были в окружении и заняли стратегически важную высоту. В результате ожесточенной битвы было уничтожено 3 танка и около 250 солдат и офицеров врага. Мусей Багиров был контужен, но место боя не покинул. После боя указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий и четким командованием, за проявленное мужество и героизм против немецко-фашистских захватчиков. Гвардии лейтенанту Мусееву Багировичу Багирову присвоено звание Героя СССР, Орден Ленина и Золотая Звезда. Победу он встретил в госпитале. Мусей Багиров провел долгую жизнь и умер в 1981 году. Светлая память нашим героям. Помним, верим, чтим.